Итак, друзья, завершилось противостояние Астаны и Актобе. 132. Именно такой счет на табло. Довольно активно начали столичные. Неплохие 3 очка в исполнении капитана. Урзагалиев, к слову, очень активно начал. Однако вся Астана, можно сказать, активизировалась уже по ходу игры. Да, был командный баскетбол, было очень много передач. Быстро бежали команды, быстрый прорыв. Вот как сейчас Максим Мальчук эффектной мельницей порадовал нас в этом зрелищном моменте. Капитан Астаны также был неплох. Отличный алиуп он навешивает на Скайлора Спенсера, который любит такие моменты завершать. Посмотрим еще раз на этот момент. Да, друзья, и также не удивляйтесь, что мы показываем только моменты исполнения игроков баскетбольного клуба Астаны, поскольку в первой половине было всего 4 очка у подопечных Эллен Шакировой, поэтому обилие моментов игроков в синей-желтой форме, так скажем, больше. Марк Тихоненко, его легкие 2 очка в этом эпизоде. Довольно легко Астана рвала оборону соперников, и также Тихоненко повторяет свой успех, на сей раз уже 3-ой. 12 очков на счету Марка сегодня. Было неплохо. Еще раз показываем успешную 3-очковую попытку из-за дуги. Здесь Богдан Лащ хорошо ворвался, нашел его передачи Александр Папшев. Быстро здесь он бросает сам. Вадим Щербак отличным голшотом. Здесь 3-ка от капитана. Ответная 3-ка. Не завершилось успехом, но Борис Назмутдинов был первым на подборе и просто легко переправил мячик в корзинку. Максим Марчук любит втыкать вам данки. За это мы любим Максима. Да, ну и здесь Скайлор Спенсер и его путбэк. Неплохая комбинация, которую не удалось завершить Марку Тихоненко. Однако Спенсер тут как тут все время бросается он на такие мячи, и это его хлеб. А в этом эпизоде появление Литвиненко, который сразу же отметился 3 удачными бросками с 3-очковой отметки. Кэмпбелл и его танк. Да, здесь очередное 3-очковое попадание. Здесь Бажина Гаврилова хорошо. Хорошо ворвался Дмитрий. Быстро и грамотно от передачи опол нашел его Николай Бажин. Вот такие вот были сегодня самые эффектные моменты у нас в игре.